Всем привет! Вы на канале про трейдинг инвестиций, и в этом видео топ-5 криптовалют, которые сегодня растут быстрее, чем биткоин. Итак, на первом месте у нас ASM. ASM вот сейчас вот больше всего стали пампить, буквально полчаса назад. Поэтому вы еще можете успеть сюда в памп этот. Если сравнить на день, то он уже очень много вырос, и возможно скоро будет коррекция. Максимум его, кстати, был 25, поэтому еще есть куда расти. Следующий у нас REN. REN у нас подрастает стабильно, если на дне смотреть, то есть возможно сегодня будет еще выше. И если смотреть на минуте, то REN у нас сейчас начал немножко проседать. Он выдал максимум в 12 и стал немножко идти вниз. Но я надеюсь, что это коррекция просто. Хотя, видите, от 66 до 95 30. То есть он может просесть даже на 50%. То есть на 15 единиц. А на 15 единиц то до 0,8, я думаю. Может и меньше. Вот. Так что очень аккуратно. Может, если пошортить его сейчас, хорошо. Потом у нас квик идет. Квик у нас только на споте. И сейчас его пропампили. И он проседает. Если он был 428, потом 600, а сейчас 500. Возможно, сейчас закончится коррекция, опять же, и он пойдет еще. Хотя вот на минуте, смотрите, он как бы равномерненько так подрастает, и можно подгадать, ну, не резко падает. Можно подгадать, насколько зайти, выйти, чтобы подзаработать. Пока еще объемы торгов нормальные. Следующий у нас MLN. MLN вообще пропампился, сделал голову и плечи и завис. То есть не советую вообще его использовать. Во-первых, 21 миллион всего лишь объем торгов. И вообще, короче, все зависло тут. Хотя, если смотреть, то он там 5-й в рейтинге или 4-й. И теперь у нас идет ОГ. ОГ у нас хорошо так пампится, прям такие большие свечи, но резкий возврат. Поэтому давайте аккуратненько с ОГом. Тут вообще очень маленький объем торгов, но хорошая торговля, именно интервалы в процентах. Вот. Я надеюсь, что эта информация вам была полезна, что вы успеете зайти хорошенько в них и подзаработать, пока они растут быстрее биткоина. Всем спасибо за просмотр, всем удачной торговли и пока-пока.